Друзья, всем привет, и мы продолжаем приключения Эджея Охотника на зомби. И вот такой вот замечательный костюм Эджея попросили одеть несколько подписчиков в лагуну. Иду, друзья, вам навстречу. Кроме того, друзья, сегодня мы будем передавать приветы. Надеюсь, друзья, удастся. А ну-ка, друзья, давайте-ка я попробую с нашей пушкой Теслы хорошенько выстрелить и так здорово поджарить. Ох, какая была классная цепная молния. Это, кстати, была еще просьба наших подписчиков, чтобы я взял пушку Теслы. И кроме того, друзья, я надеюсь, что сегодня остается 5 очков, и мы с вами получим звание Турболегенда. Но вначале давайте-ка я собью... Ой-ой-ой-ой, не успел поменять оружие, не успел поменять гарпун. Ну, ничего страшного, отомстим этой акуле, собьем и собьем еще вот этого... Ой, бедного, помешала мне ловушка Теслы сбить медузу. Ничего страшного, сейчас... Ага, вот коснулась бомбы и... исчезла. Вот, попробую-ка я, друзья, вот этих четырех зомбиков поджарить при помощи ловушки Теслы. Итак, прячемся. Ах, увидели. Ого, смотрите, какая классная цепочка. Вот получилось. Ну что же, это было здорово. И остается, друзья, последний зомбик. Давайте-ка я спрячусь. Ну, его я просто из гарпуна сейчас поймаю. И вот хороший выстрел, и зомбик пойман. Ну что же, очередное звание к званию... Очередной мастерской заход до звания Турболегенда. Ну что же, друзья, супер. Осталось всего 4 очка, и мы получим это звание. Сегодня в видео, я надеюсь, мы это увидим. Ну что же, замечательно, друзья. Итак, давайте-ка посмотрим, какое у нас сегодняшнее задание. А сегодняшнее задание — напугай зомби. Оказывается, если ты зеленый и метр с кепкой, зомби тебя боятся, и напугай этих зомби. Ну что же, принимаю вызов. Давайте-ка, друзья, я еще запущу те зомби-машины, которые возможно. Несколько видео назад, друзья, кто с подписчиков вот смотрит видео, нам удалось уже прокачать все зомби-машины. Все зомби-машины у нас прокачаны, а теперь просто зарабатываем денежки и надеемся, что разработчики сделают новые обновления, добавят зомби-машин. Ну и, возможно, добавит что-то из вооружения. Это было бы, конечно же, здорово. Ну и было бы классно, чтобы еще добавили несколько локаций. Это, мне кажется, вообще было бы супер. Ну вот, все, что можно было, мы запустили. А сейчас давайте-ка попытаемся выполнить задание. Попытаемся выполнить мастерские заходы. Итак, давайте-ка отправимся на болото. Но вначале, друзья, позвольте передать привет. Итак, большущий привет всем нашим подписчикам и зрителям от нашего БАДа и Эйджея. Кроме того, друзья, особый привет подписчику с ником Махон и подписчику с ником Реал ТВ. Друзья, большущий вам привет от Эйджея и от меня лично. А кто хочет особые приветы, пишите в отзывы комментариям, я с удовольствием передам. Итак, друзья, отправляемся на болото. И один из подписчиков попросил, чтобы я взял болото, транквилизатор, бандану и капкан. Ну что же, без проблем, друзья, давайте-ка попробуем это сделать. Итак, транквилизатор. Вместо БАДа возьмем бандану для Эйджея. Вот, по-моему, где-то она с самого в начале. Да, вот. И еще вместо ловушки Теслы возьмем капкан. Ну что же, вперед, друзья. Вперед, посмотрим, что из этого получится. Вот, нравится мне транквилизатор из-за того, что есть лазерный прицел. Сразу же, друзья, на него переключусь. Вот, есть здесь множество зомбиков. Давайте-ка я разведаю территорию. Посмотрю, что здесь делается. Вот какие-то холмы все время. А вот здесь и установлю множество капканов. Но, по-моему, больше двух нельзя, друзья. Да, ограничение 2 капкана. Ну что же, будем, значит, ловить при помощи вот этого забавного транквилизатора. Итак, бросаем мозг, прячемся. Вот главные, друзья. Вот, отлично. Толстяка мы, ох, здорово поймали. И сейчас давайте-ка этих мелких попробуем догнать. Ну вот, попали они в капканы. Это, конечно же, здорово. Хорошо. Вот почему-то толстяк меня оглушил. Хотя я в него попал транквилизатором, но почему-то оглушил. Ну ничего страшного. Давайте-ка я еще попытаюсь других зомбиков поймать при помощи транквилизатора. Ох, промазал. Итак, вот, есть попадание в голову. Прикольно. И сейчас... Вот, нет, не хочу. Хочу, друзья, за ними погоняться. Не буду я их пока отправлять в капкан.
Как мне забрать капкан, кстати? Вот давайте-ка посмотрим. Ага, вот значок есть. Соберу капканы, не буду разбрасываться ресурсами. Охота мне просто погоняться за зомбиками при помощи транквилизатора. Итак, испугаем их вредины. Оглушили, оглушили, оглушили. Эйджея, вот так, да. Вот удалось разбить защиту. Отлично. И вот великолепнейшие попадания. Ну вот, все зомбики пойманы. И очередное звание к турболегенде. Мастерской заход завершен, очко мастерства получено. Ну что же, просто супер. Итак, друзья, идем с вами на пляж. А на пляж вот один из подписчиков попросил, чтобы я взял БАДа, морозную пушку плюс капкан. Что же, друзья, иду вам навстречу. Да, и мне сказал, друзья, попросили сегодня подписчики, чтобы я поймал всех боссов. Попытаюсь это сделать. Ну, сейчас давайте-ка пройдемся по всех вот заданиях от наших подписчиков. Итак, выбираю, друзья, БАДа. На пляж возьмем. Отлично. Берем морозную пушку и оставляем капканы. Ну что же, вот такая вот забавная конфигурация. Давайте-ка попробуем вот поймать зомбиков. К сожалению, не все просьбы подписчиков я смогу сегодня вот комбинации выполнить. Но я буду проходить по очереди, друзья, это выполнять. Итак, давайте-ка я попробую вот установить здесь капкан. Вот и попытаюсь, друзья, как-то вот все же вот поймать. Ох, давайте-ка собью эту птичку. Вот что-то она разлеталась, ну ничего страшного, пусть себе летит. Итак, давайте-ка я попробую вот этих двоих поймать. И уходит. Ух, ничего себе! Вы видели, удрал от капкана, перепрыгнул, и хорошо, что я за ним погнался. А то бы удрал, и мы потеряли очко мастерства. Ну что же, друзья, давайте-ка я разведаю территорию. Еще вот так. Ой-ой-ой, хотел бросить капкан. И еще вот так. Вот. И давайте-ка собьем, друзья, вот этого краба, чтобы он нам не мешал. Вот, бросим-ка мы, друзья, вот. И вот так, хороший выстрел. И еще вот так. Ну что же, здорово сработало наш капкан. Здорово сработал гарпун. Ну а вот этих я, друзья, из морозной пушки подморожу. Итак, вот так здорово легко морозить из морозной пушки. И очередное очко мастерства. Очередной мастерской заход завершен. Ну просто здорово. Очень хорошо, друзья. Итак, давайте-ка идем дальше. Давайте-ка мы отправимся с вами в снежный мир. В снежный биом. И комбинация для вот зимнего мира попросил сегодня. Вернее, вот два подписчика попросили, чтобы один попросил, чтобы я взял монстр плюс сетимет. Второй, чтобы я взял на зиму транквилизатор и костюм курицы. Вот, давайте-ка я по очереди, друзья, возьму монстр плюс сетимет, а уже курица будет у нас в следующем видео. Хотя, вот, в принципе, можно было бы и выполнить обе просьбы подписчиков. Вот, наверное, давайте все же выполним две просьбы подписчиков. Пока возьму монстр, а потом возьмем костюм курицы. Итак, монстр, сетимет. И вот за капкан либо ловушку Теслы ничего не писали, поэтому, друзья, возьму-ка я ловушку Теслы. Ну что же, давайте-ка пройдемся с этой забавной конфигурацией. Посмотрим, как удастся нашему БАДу справиться с непростой задачей. Ну что же, вперед, друзья. Вперед. Выберу-ка я сразу же с вами вот сетимет. Спрячусь. И вот так, хороший выстрел. И да, вот два зомбика пойманы. Дальше давайте-ка, друзья, я не буду рисковать. Мало ли кто здесь окажется. Давайте-ка вот так. И вот так. Хорошо. Пойманы. А это что? Там волк сидит. Нужно его сбить. Вот. Ай, промазал вредную сову. Ну ничего страшного. Сейчас я попытаюсь. Ага, ничего себе, коснулась ловушки. И видите, умерла. Итак, как мне сбить этого волка забавного? А ну-ка. Ох, какой вредный. Вот так. Эх, не успел, друзья, развернуться. Эх, вредина. Уходит и ушел. Не смог я поймать волка. Ну, в принципе, за него очко мастерства не дадут. Но хотел я его сбить, честно говоря. Ну, как-то вот так получилось. Не очень удачно. Не удалось мне поймать волка. Удрал.
Ну, здорово, друзья, что у нашего Эджея есть сетемет, и я попытаюсь при помощи сетемета вот так хорошо поймать. Даже не пришлось воспользоваться ловушкой Теслы. Заберу-ка я ее, не буду разбрасываться ресурсами. Ну что же, вперед, друзья, давайте-ка посмотрим, что дальше у нас получится. Ага, вот лес. Ну ничего страшного, давайте-ка я возле пропасти установлю ловушку Теслы. И попробую поймать зомбиков. Итак, спрячемся в лесу. Ай, увидели, увидели вредина Эйджея. Вот так, эх-эх-эх, ну как-то вот так. Да, удалось. Ай, друзья! И ушел, друзья! Ушел, и я потерял очко мастерства. Я просто возмущен, в шоке. Я что-то думал, что этот зомбик не выползет. А он выполз и удрал в лес. Пока я гонялся за вот теми двумя зомбиками, этот удрал. Ну, как-то вот так не очень получилось. Что-то у меня зимний мир не пошел. Вот, с монстром. Ну, давайте-ка, друзья, я возьму уже просьбу второго подписчика, который попросил, чтобы я взял транквилизатор и костюм курицы. Возможно, курица более как-то прикольнее попробует в зимнем биоме сражаться, и может у нее больше получится. И еще возьмем транквилизатор. Это, мне кажется, тоже будет прикольно. Ну что же, вперед, друзья, вперед. Надеюсь, вот у курицы как-то лучше получится. Вот, замечательно, замечательно. Итак, друзья, давайте-ка посмотрим. Давайте-ка я сразу же себя обезопасю. Установлю здесь ловушки Теслы и посмотрим. Да, вот видите, здесь есть пропасть, поэтому, друзья, мы будем вот так-то, вот так, да, и вот прикольно, вы видели, как прикольно попался Дед Мороз с кучей плутония, и мы вот здорово его из транквилизатора вот так просто усыпили. Ну что же, здорово, друзья, просто прикольно получилось. Ну что же, неплохо справился Эйджей в костюме курицы. Удалось ему при помощи транквилизатора усыпить множество зомбиков. Но это было прикольно, по-моему. Отлично, друзья. Итак, давайте-ка я еще установлю возле леса ловушку Теслы. И попытаемся вот этих зомбиков опять же поймать при помощи транквилизатора. Не факт, что получится, но я постараюсь. Эх, защита, друзья, защита. Вот, ой, друзья. И уходит. Ну, как это так получилось, друзья? Ушел, и я потерял, друзья, очко мастерства. Ну, просто возмущения нету предела. Что-то сегодня мне повезло мне в зимнем биоме. Друзья, вот удалось мне усыпить еще очередного зомбика, но очко мастерства потеряно. Вот что-то не пошел у меня сегодня зимний биом. Как-то вот так, друзья, не очень удачно. Вот две миссии подряд и две миссии подряд потерял очки мастерства. Ну, как-то не пошло. Так, вот, давайте-ка, друзья, тогда пойдем с вами дальше. Что удивительно, за Китай никто не писал. Но просто вот один из подписчиков написал, чтобы я сделал гоблина плюс гарпун. Вот такая вот интересная комбинация. Ну что же, давайте-ка я пойду в Китай гоблином. Больше никто за Китай ничего не писал. Ну что же, пойдем гоблином. Итак, вот он костюм гоблина. Давайте-ка я попытаюсь пойти. Возьму-ка я, друзья, морозную пушку, чтобы наверняка вот взять очко мастерства. Вот я уверен, что мы зиме без проблем получим очко мастерства, а все оказалось не так-то просто. Ну ничего страшного, друзья. Итак, давайте, наверное, все же вот этого поймаем первым делом. Вот, здорово. Посмотрим, что здесь у нас будет. Итак, давайте-ка прячемся. И здесь оказался мелкий гоблин. И давайте-ка, где моя морозная пушка? Где моя морозная пушка? И вот, давайте-ка стреляем. Вот, здорово. Я уже начал переживать, как бы здесь не потерять очко мастерства. Поэтому, друзья, буду обезопасивать тебя. Буду обезопасивать. Ну и еще вот всякие голуби, чтобы нам не мешали. Давайте-ка я попробую его собить. Вот и вот этого тоже. Вот, отлично. Двух голубей мы сбили. А теперь давайте-ка посмотрим, кто здесь у нас окажется. И вот множество... Ах, какой бронированный оказался. И вот хорошо срабатывает ловушка Теслы. И 5 зомбиков уже пойманы. Остается всего 3 зомбика. И миссия будет выполнена. Итак, разведываем территорию. Скорее всего, друзья, в этом гнезде зомбиков вот и есть 3, которых мы ищем.
Ну, мы проверим. И вот, да, друзья. Итак, вот давайте-ка морозную пушку вот так подмораживаю. И все зомбики пойманы. И еще забрал. Успел очко мастерства. Ну что же, друзья, остается последнее очко мастерства. И мы отправляемся с вами в лагуну. Давайте-ка я отправлюсь с вами в лагуну. За лагуну вот попросил подписчик, чтобы я взял монстра плюс морозную пушку. Ну что же, здорово, 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 здорово. Ага, и вот еще один подписчик просил, чтобы я взял в лагуны курица, лагуна Тесла. То есть несколько вот пожеланий от наших подписчиков. Вот, и главное, и в зиме я использовал курицу и монстра. И вот за лагуну тоже еще написали подписчики, попросили, чтобы я взял вот курицу и монстра. Ну что же, вот курица первая написана. Давайте-ка йод. Но все же, наверное, давайте-ка я возьму монстра, чтобы с монстром перейти на новый уровень. А курица уже с званием турболегенда пойдем. Итак, вот давайте-ка возьмем монстра, возьмем морозную пушку. Отправимся, друзья, в лагуну и посмотрим, удастся ли нам вот сегодня взять вот это очко мастерства, чтобы получить звание турболегенда. Итак, вперед, вперед, друзья. Надеюсь, все у нас получится. Придется, конечно же, нам обезопасить себя. Хотя этого одиночного зомби, я думаю, мы и так поймаем. Вот так, здорово. Давайте-ка я гарпуном. И вот, ох, была какая классная защита. И вот троих, друзья, удалось мне выстрелом из гарпуна поймать без проблем. Ну что же, это хорошо. Это здорово. Давайте-ка я хотел вот разведать территорию, посмотреть, есть здесь морской монстр, чтобы мы его могли без проблем поймать. Давайте-ка я пока спрячусь за подлодку. Возьму морозную пушку. Ох, как здорово удирает. Отлично. Ну и давайте-ка, друзья, попробую вот этих троих поймать. Ага, вот так здорово. Ох, ничего себе, как удрала акула. Ну ничего страшного, у нас, друзья, есть морозная пушка, и мы вот так здорово подмораживаем всех зомбиков. Отлично. Итак, остался последний зомбик, и задание сегодняшнее будет выполнено. Жаль, только что удрала акула, но ничего страшного. Итак, сбиваем, сбиваем вот медуз. Вот морской монстр. Вот, а вот эта акула. Эх, промазал, друзья. Промазал, промазал, но ничего страшного, догоним. Вот. Отомстили акуле. Отлично, друзья. Итак, давайте-ка попробуем еще поймать вот эту русалочку. Вот так просто подмораживаем морозной пушкой. И да, друзья, турболегенда собрана. Турболегенда собрана. И вот и новая награда. Ничего себе, новое звание «Великий охотник» и награда получена. Что же, супер, друзья. Следующая вот награда, звание у нас «Великий охотник». Давайте-ка, друзья, перейдем сразу же в кафешку. Вот, посмотрим, что это за награда, что это за шлем. Вот, кстати, мы и выполнили с вами испытание дня. Давайте-ка получим награду, повращаем рулетку. И сегодняшняя награда у нас двое зомбиков из Китая и еще четыре пляжных. Ну, как-то вот так. Ну что же, здорово. Очень интересно, друзья. Итак, давайте-ка посмотрим. Вот мы сейчас взяли звание «Великий охотник». И ничего себе, и на этом звании у нас будет еще более крутейший корабль для Эйджея. Ну, а сейчас давайте-ка посмотрим. Правда, вот видите, нужно будет набивать 200 очков мастерства. Я буду, конечно, это проделывать. Вот пишите, пожалуйста, в отзывах, в комментариях, стоит ли мне проходить. Если да, то я буду стараться по 30, по 40 делать мастерских заходов между сериями, чтобы побыстрее получить это задание. Если да, пишите, пожалуйста. Ну, а сейчас давайте-ка посмотрим, какая же награду мы получили за звание «Турболегенда». Итак, давайте-ка отправимся в магазин. Вот, просмотрим, посмотрим, посмотрим, что же такого интересного. Ага, вот. Вот, ага, ничего себе, смотрите, какой тяжелый металл. Называется этот забавный костюм. Тяжелый металл, этот предмет дается в награду за звание турболегенда. Ну что же, друзья, конечно же, давайте-ка проверим, что это за костюм турбометалл. Вот, давайте-ка отправимся на болото, наверное.
отправимся с вами на болото и посмотрим, что же за костюмчик, что же за костюм с забавным названием «Турбометалл». Вот, друзья, сразу же его и выбрал. Итак, вперед, давайте-ка полетим и проверим этот забавный, прикольный, необычный костюмчик. Ну вот, смотрите, как здорово, как прикольно смотрится на нашем Эджее. Вот, ну что же, неплохо. Здорово, очень даже неплохо. Давайте-ка, друзья, я брошу мозг, посмотрим, что из этого получится. Ну что же, вот такой вот забавный костюмчик. Отлично, давайте-ка я еще брошу мозг. Вот так, очень здорово. Да. Отлично, и еще вот так. Ну что же, супер. Да, и вот так, давайте-ка я, друзья, еще вот этот костюмчик разобью. Ну вот, просто чудесно. Очень хорошо, друзья. Вот. Итак, пишите в отзывах, в комментариях, понравился ли вам этот забавный костюмчик. А я, друзья, сейчас попытаюсь взять очередное очко мастерства. И да, вот первое очко мастерства в звании «Великий охотник» мы с вами добыли. Ну что же, супер. Просто замечательно, друзья. Ну и сейчас по просьбам наших подписчиков, просили много подписчиков, чтобы я еще поймал всех боссов в сегодняшнем видео. Итак, друзья, иду вам навстречу. Итак, давайте-ка попытаемся с вами поймать болотного босса. Вот это у нас бабушка на свинке. Попытаюсь ее поймать. Ну что же, вперед. Итак, запускаем таймер. 3, 2, 1. Бат возле гарпунной пушки. Сразу же попытаюсь, друзья. И да, вот хороший угол атаки. Вот промазал, друзья. И вот тоже не тот угол атаки. Есть второе попадание. Отлично. Вот, ай-яй-яй, бедная свинка. И вот третье попадание неплохо. И вот четвертое попадание. Ну вот, здорово. Первый зомби-босс немножко больше половины пути пробежал, и мы поймали. Ну что же, давайте-ка переработаем его на вкусняшки. Давайте-ка посмотрим, что из этого получится. Итак, предлагает нам, друзья, невыгодный курс. А мы опускаем ползунок ниже, где у нас есть трехглазая рыба, и за нее мы можем получить 52 тысячи монеток. Ну что же, перерабатываем. Отлично, друзья. И дальше отправляемся за следующим зомби-боссом. И это у нас пляжный босс. Вот, давайте-ка мы попытаемся его поймать. Очень здорово отбивается вот от наших зомбиков при помощи вот этой спасательной доски. Но я попытаюсь его сейчас поймать. Итак, промазал. Как раз подпрыгнул. И вот неудачный выстрел. Ах, неудачно как... И вот не очень, как неудачно, друзья. И так, нужно, вот, ой-ой-ой, друзья. И есть первое попадание. Вот, что-то я занервничал, друзья. И так, нужно немножко опускать. Вот, есть второе попадание. И нужно, ай-яй-яй, поспешил. И вот, ну, как-то, друзья, не очень, вернее, очень нехорошо. Не удалось, друзья, мне в первом забеге поймать этого забавного пляжного босса. Но я попытаюсь вот во втором забеге его поймать. Вот как-то неудачно стрелял из гарпунной пушки. Не удавалось никак в него попасть. И вот помешал камень. Вот, ай-яй-яй, не тот угол атаки. А вот еще вот так. Вот отбивается. И вот так, есть попадание. Вот немножко поспешил. И ох, как здорово прыгает. Вот немножко неудачно. И вот так. И стараемся. И вот нужно. И есть. Ну, наконец-то. Все же удалось поймать этого пляжного вот зомби-босса. Ну что же, здорово. Давайте-ка мы его переработаем. Наибольше не люблю ловить пляжного зомби-босса. Просто нет гарантии, что он отбивается. Вот в любой момент может подпрыгнуть, либо вот подставить вот эту спасательную доску. Ну что же, переработали его в кокосовый напиток. А сейчас давайте-ка, друзья, отправимся за снежным зомби-боссом и попытаемся опять же его поймать и переработать во вкусняшки.
Итак, запускаем таймер. 3, 2, 1. И я попытаюсь его поймать. Что-то я отвлекся за разговорами. Нужно не разговаривать, а ловить этого забавного босса. Итак, второе попадание. Отлично. Неплохо, неплохо, неплохо. Итак, вот... Ай, поспешил, друзья, поспешил. И вот... Не поспешил и... Вот, да, есть третье попадание. Хорошо, хорошо. Главное не спешить, а правильно подобрать угол атаки. И вот есть. Вот видите. Главное хладнокровие. Вот так спокойно и легко мы поймали и этого зомби-босса. Ну что же, супер. Давайте-ка я его переработаю на вкусняшки. Вот посмотрим, что нам предлагают. И, как правило, предлагают невыгодные курсы. Ну, самый выгодный — это вот эти серые сосиски. Вот, за них 11 700. Ну что же, неплохо, друзья. В принципе, я считаю, неплохо мы справились пока с боссами. Давайте-ка отправимся за китайским боссом. Самый выгодный босс. Наибольшее за него можно получить денег для развития бизнеса Эйджея. Итак, опять же, друзья, давайте-ка с первых секунд постараемся его поймать. Итак, 3, 2, 1. И есть первое попадание. Отлично. И вот промазал. Второе не удалось, друзья, мне хорошо подобрать. И есть второе попадание. Отлично. И вот так. Да, есть. Попал третье попадание. Здорово. И вот промазал, промазал, промазал. И вот промазал еще. Вот так, вот так. И... Ай-яй, друзья, промазал, промазал. Ай-яй-яй-яй-яй-яй. Промазал. Ушел, ушел, ушел. Вот не тот угол атаки подобрал, и вернее начал уж сильно вертеть вот этой гарпунной пушкой и ушел. Жаль, конечно, но тем не менее, друзья, давайте-ка продолжим пробежку. Вот три раза я попал, один раз ушел. Не хватило одного хорошего вот попадания. И вот мимо, 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 мимо. И вот наконец-то поймали его. В принципе, неплохо. Здорово, ну и сейчас, друзья, давайте-ка переработаем самый выгодный, самый дорогой зомби-босс. Вот, и вот кто-то из подписчиков писал из Чинатауна. Вот, вот видите, самый выгодный курс — это вот эти вот шашлыки, 58 500 монеток. Итак, перерабатываем и отправляемся за последним зомби-боссом. И это у нас зомби-босс из лагуны. Вот давайте-ка я его переработаю и посмотрим, что из этого получится. Так, попытаемся его поймать, хотя это будет непросто из-за того, что, друзья, вот поверхность воды вот сопротивляется попаданию вот гарпуна. Итак, вот, ой-ой-ой, почему-то не попало. И вот, ну что такое, ну давайте-ка я немножко опущу. Вот, и что-то неудачно, неудачно угол атаки я подобрал. И вот есть первое попадание, хорошо, ждем. Вот что-то слишком уже сильное. Вот второе попадание почему-то не прошло. Второе попадание, хорошо. И не достал. Вот видите, сопротивление воды, и уходит зомби-босс из лагуны. Не удалось, друзья, мне в первом забеге его поймать. Но попытаюсь сейчас во втором. Итак, вперед, 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 друзья. Попытаемся поймать этого забавного зомби-босса. Готовим морозную пушку. Не морозную, гарпунную пушку. И промах, друзья. Уходит, уходит. И ждем, ждем. Вот, да, хорошее попадание. Наиболее лучше возле поверхности воды бить, тогда гарпунная пушка очень здорово попадает. Ну вот, здорово, друзья, зомби-босс пойман. Давайте-ка мы его переработаем на вкусняшки. И на этом, друзья, уже будем вот заканчивать видео. Итак, друзья, давайте-ка мы переработаем и этого зомби-босса. Вот, посмотрим, что нам предлагают. И вот... Вот рыбные палочки заняты, а вот кальмар нет. Поэтому, друзья, переработываем в кальмара. Ну что же, здорово, друзья. На этом я пока с вами прощаюсь. Итак, всем пока-пока. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, ожидайте новых серий. И, конечно же, друзья, пишите в отзывах, в комментариях, в каком новом костюмчике вы хотите видеть нашего Эйджея в следующем видео. И согласно ваших отзывов и комментариев, я буду снимать следующее видео. А у нас, друзья, есть в наличии ковбойская шляпа, охотничья шляпа, зимняя шапка, бандана, деловая шляпа, монстр, шлем волка, козел, фастфуд,
купальник, поварской колпак, костюм цыпленка, получи шлем, дьявол, дракон, костюм гоблина, камуфляж, набор реактивов, костюм химзащиты, сосиска на палке, военный грузовик, это за звание, вот получил смертоносный ловец, костюм Бада за звание легенда, и вот этот тяжелый металл, который мы получили с вами за звание турболегенда, и сегодня открыли, тоже вот такой вот забавный, прикольный, необычный костюмчик. Ну что же, здорово. Итак, друзья, я на этом всем прощаюсь. Всем пока-пока. Вот, а чтобы не пропустить ни одной серии, нажимайте в правом верхнем углу на колокольчик, и к вам будут приходить уведомления о новых видео. Всем пока, друзья, до новых встреч. И да, друзья, те комбинации, которых не прошли, вот я их записал, они будут в очереди. В следующих видео я буду их использовать. Всем пока, друзья, до новых встреч.